31 января на территории Авиастар СП состоялась встреча губернатора с депутатами Государственной Думы и Совета Федерации от Ульяновской области. Сергей Морозов поблагодарил присутствующих на встрече депутатов Владислава Третьяка, Григория Балыхина, Марину Беспалову и Вадима Харлова за работу, благодаря которой наш регион получает значительные финансовые средства из федерального центра. Месяц назад, скажем так, мы с вами встречались и как раз обсуждали о том, что нам очень важно в рамках работы по межбюджетным отношениям усилить нашу совместную работу для того, чтобы войти в ЦП жилище, для того, чтобы войти в федеральные приоритетные проекты. Хочу сказать спасибо огромное, и в том числе Вадиму Харлову, которого тоже просили, чтобы он подключался к этому, потому что результат нашей с вами совместной работы за этот месяц явилось то, что мы с вами привлекли 2 миллиарда рублей. Было обсуждено несколько жизненно важных для нашего региона вопросов. Так, например, глава нашего региона попросил депутатов оказать поддержку на федеральном уровне в реализации государственной программы содействия созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях, в частности, включение объектов капитального ремонта образовательных организаций. Особенно важно, чтобы в эту программу были включены объекты капитального ремонта образовательных организаций, а не только строительства. Но в одном из районов, в районе Химаша, в районе Горки, в Димитровграде, когда там у нас есть 10-я школа, которая требует, в том числе, капитальный ремонт. Также губернатор обозначил другие первостепенные задачи, в решении которых требуется помощь народных избранников. В их числе лекарственное обеспечение льготных категорий граждан, поддержка и реализация инновационных кластеров. Руководитель Ульяновского регионального отделения партии «Единая Россия» Анатолий Бакаев попросил депутатов помочь в реализации новых партийных проектов в сфере культуры. Присутствовавшие на встрече депутаты пообещали продолжить свою работу в федеральных органах власти в интересах ульяновцев. Андрей Корчагин, Юрий Конихин, новости «Ульяновской правды».